Невыключенный утюг. Гладим, 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 гладим. Фух, устал. Пойду, что ли, прогуляюсь? Привет, Иван! Привет, Алик! Ну что, поиграем? Во что? Ну вы же меня позвали поиграть? Нет, просто пообщаться. Ну ладно. Сегодня хорошая погода, не так ли? Хороший денек, да? Сейчас-то уже вечер, вообще-то. Не порть мне веселье! Ладно, хорошо. Я просто говорю, уже вечер. Эй! Ты же... Вот мне как-то раз сломал... Ой, то есть... день рождения мой испортил, вот что! И что? А то! Ну что ж... Давай подеремся, как настоящие черви! А? Струсил? Струсил? Это ты струсил? Это уже видно по твоей... По твоему лицу. Нет! Видишь? Сам испугался. Нет. Что ты делаешь? А, нет, только не по лицу! Нет! Нет! Я же говорил, что он напуган. Эй! Слушай! Что? Это... Не обижай моего друга. Он тебе не друг. Он вообще никому не друг. Ну что ж. Тогда я тебя ударю. Нет, я тебя ударю. Разобью твое лицо кулаками! Давай! Ну, кто застросил? Ты кого назвал трусом? Ты что делаешь? Нет! Только не бей! А, нет! Я прошу прощения! Не захлебнись! Ты ему показал, кто тут главный. О, привет! Ты что тут делаешь? Это вообще-то моя крыша! Слезай с крыши! Ты что, нарываешься, да? Нет, просто хочу поболтать. Слезь с крыши! Это не твоя крыша. Это крыша ничья. Ты иди отсюда! Что? Нет, я не уйду отсюда! Это моя крыша! И так будет всегда! Понимаешь? Ну тогда я тебя ударю. Что? Вот даже не смей, ясно? Я тебе покажу! Нет! Стой, нет! Приятно тебе захлебнуться водичке! Это бочка моя, даже не спрашивай. Нет, моя. И хватит спорить. Знаешь что? Тот, кто ближе будет к бочке, тот и выиграл. И забирает бочку себе. Хорошо. Только ты струсил, понимаешь? Струсил. Хватит всех называть трусами. Неважно. Вот эта бочка будет моя, я тебе обещаю. Что? Нет! Она не твоя будет, а моя. И вообще надо делиться. Делиться я не собираюсь. А! Ты просто нарываешься на неприятности. Тоже не получал биты по голове? Получал один раз. Побыль! Ну, что? Ну, все. Побыль, а что? Ну, я тебе устрою. Побыль, а что? Похож на мишень? Вообще-то, да. Да, побыль. Нет. Опаньки, что тут сейчас за взрыв был?
Я вам скажу, что это было. Это был утюг, который я забыл выключить. Почему вы мне не напомнили? Ну, прости. Прости. А ты что смотришь? Прости. Ладно, я, короче, полетел. Пока. Пока, удачи. Друг. Задолбался. Моя квартира сломана. И посмотрите на мою футболку. О, теперь она просто упала. Тут раньше. Ты! Так, что тут происходит? О, я скажу, что тут происходит. Этот говнюк забыл выключить утюг. Хотя я его попросил. Ничего ты меня не просил. И вообще, я вам слуга, что ли? Приказание выполнять. Нет, только не снайперская винтовка. Прошу, давай разберемся кулаками. Кулаками, давай кулаками. Разберемся. Да. А ты хороший снайпер? Спасибо, я знаю. До новых встреч. На этом все. Слышь, дед за старик. Ты кого стариком назвал? Побежь! А? Ты убил моего воображаемого друга! Что? А то! Я тебя устрою! Нет! Я могу устроить! Да ты задолбал! Иди отсюда! Вам трудно! Ты! Говнюк! Ой, ты что? Нет! Только не динамит! Почка сейчас сорвется! Уже взорвалась. Черт! Так и знал, что надо было поделить почку. Слушайте, я не могу уже, я устал. Давай гладь дальше. Я не буду гладить дальше, я устал. Ты думаешь, я не устал? Давай гладь. Не буду. Ну что ж, ты сам напросился. Да, ты напросился. А чё это сразу? Ай! Очень смешно. Нет, мне сейчас будет очень смешно, а тебе больно. Нет, стой, только не снайперка снова. Нет. Нет. И в этот момент я понял, меня ждут вечные муки. Нет! Ай!